Всем привет! Это мой первый гайд на карте Footman Frenzy. Не помню, какая версия. Вот. Я решил заснять пару гайдов по разным героям. Какие выпадут? Вот. Я думаю, это пойдет для более начинающих игроков, нежели чем для опытных. Вот. Ну, игрок я, конечно, так себе. Да. Но что-то рассказать, да, попытаюсь. Играю я без какой-либо команды, это чисто рандомные игроки. Играю я один в основном. Так что против всяких там тим, у которых хорошая стата, вы никогда одни не справитесь. Ну, хотя, смотря от героев и как заходик пойдет. Какие у вас тиммейты? Что я всегда беру последний, но так как он не выбирает, я возьму Варденку. В принципе, и та хорошая. Это чисто мои тактики. Я не говорю, что они лучшие. У кого-то может быть лучше. Но у меня как бы получается и неплохо своими играть. Вот моя стата. Но я играю исключительно один. Ну, не исключительно, конечно. Я бы не отказался от хорошей команды. Но так пойдет. Кто нарушил закон? Все ясно, давай. Жду В указаний. самом начале можно брать вот этот скилл, Во имя отравленный нож, правосудия. чтобы, там, Закон не это знаю, я. добить, убить, Суд будет чтобы быстрым. Во замедлить. имя правосудия. Закон это я. Ну, сейчас уже Во имя поздно. правосудия. Уже скоро Суд будет центр быстрым. будет, и я не думаю, что Закон это это я. хорошая идея. Во имя правосудия. Закон это я. Ну, ладно. Суд будет быстрым. Во имя правосудия. Все ясно. Во имя правосудия. Сапожки уже продаем ближе к Все ясно. центру, чтобы убегать, если вас догоняют быстрее. Если вы там решили пофаниться на центре. Закон это я. Во имя правосудия. Закон это я. Во имя правосудия. Да. Суд будет быстрым. Даже можно тут тролля купить. Исследование Учим завершено. атаку. Ваше решение. Первым скиллом учим верный бросок, конечно же. Вот это диспелим все это говно. Много отступать не забываем, если вас просаживают атаку качать.
сначала по максимуму атаку, потому что тут будут тени. Прыгаем в кучке мобов, сносим. Атаку, защиту. Не уследил я за троллем, но да ладно. Суд будет быстрым. Во имя правосудия. Закон это я. Не забываем набивать уровень. Это очень важно. Все ясно. Если закон не набивать уровень, то суд ничего не выйдет. Во имя правосудия. Суд будет быстрым. Все ясно. Во имя правосудия. Закон это я. Все ясно. Кому? Жду указаний. Суд будет быстрым. Исследование завершено. Аспалано. Лучше, конечно, идти в нежить, но я уже прокакал этот момент. Надо было в начале. Во имя правосудия. Все ясно. Во имя правосудия. Все ясно. Именем закона. Во имя правосудия. Жду указаний. Что-то разучился уже играть. Фу, ты немножко давно не играл. Но это не так страшно. Все ясно. Суд будет быстрым. Во имя правосудия. Варденкой лучше всегда подсовнежить, так как тени начинают быть быстрее, бить быстрее. И да. Что ты будешь делать? Закон это я. Суд будет быстрым. Закон это я. Во имя правосудия. Все ясно. Огласите приговор. Суд будет быстрым. Ух, клацанье у вас полно будет. Исследование завершено. Жду указаний. Во имя правосудия. Аспалано. Я думаю, буду обрезать пару моментов, и будут очень долгие. Все ясно. Во имя правосудия. Закон это я. Что плохой у меня заход. Закона. Во имя правосудия. Суд будет быстрым. Закон это я. Плохенький, плохенький. Во имя правосудия. Все ясно. Закон это я. Исследование завершено. Суд будет быстрым. Закон это я. Во имя правосудия. Суд будет быстрым. Во имя правосудия. Суд будет быстрым. Указание. Все ясно. Закон это я. Все ясно. Я думаю, эта катка будет затащена, так как вроде бы все у меня нормально. Исследование завершено. Нужно высшее золото. Огласите приговор. Исследование завершено. Суд будет быстрым. Во имя правосудия. Все ясно. Закон это я. Суд будет быстрым. Закон это я. Все ясно. Закон это я. Все ясно. Суд будет быстрым. Во имя правосудия. Исследование завершено. Ваш вердикт. Нежить, скорость, качаем атаку. Пока так. Больше ничего нового я вам сказать не могу. Во имя правосудия.
Ничего нового. Бьем лучниц. Закон это я. Таких, каких можно побыстрее убить. Во имя правосудия. Закон это я. Фармим Гауду. Больше здесь ничего и не остается делать. Закон это я. Да. Во имя правосудия. Суд будет быстрым. Все ясно. Суд будет быстрым. Во имя правосудия. Закон это я. Ваше решение. Все ясно. Суд будет быстрым. Все ясно. Спасаем тролля. Но и сами не умираем. Огласите приговор. Ваше решение. Во имя правосудия. Все ясно. Справедливость восторжествует. Закон это я. На нас напали. Все ясно. Суд будет быстро. Тихо, тихо, тихо. Можно, конечно, какие-то шмотки там покупать, но это пока не выгодно. Выгодно только маска за 2... Ой, что я говорю? За 6500. За 6500. Можно чекнуть, короче, у кого там стоят мобы, может быть, но это навряд ли. Ты пристал-то ко мне. Промахиваюсь, промахиваюсь. Суд будет быстрым. Закон это я. Аспалано. Все ясно. Закон это я. Суд будет быстрым. Надо за них. Ваше решение. Лучше, конечно, поставить башню маны, чтобы побыстрее выходить в бой обратно. Отхиливать себя троллем. Это важно. Исследование завершено. Суд будет быстрым. Закон это я. Суд будет быстрым. Ваш вердикт. Все ясно. Во имя правосудия. Закон это я. Ну вот ты и допрыгался. Конь. Покупаем ауру выносливости, чтобы еще быстрее были что? Наши тени. Во имя правосудия. Сейчас мы ее и возьмем. Ну и наши гули, чтобы были тоже посильнее. Это тоже ускорит их. Ваше решение. Во имя правосудия. Суд будет быстрым. Именем закона. А иду. Ваш вердикт. Закон это я. Во имя правосудия. Жук какой-то даун. Но ничего бывает. Также качаем все в скорость. Я обычно качаю скорость до 625. И в принципе неплохой такой. Неплохая такая скорость. Видим полно мобов. Забираем их. Держимся подальше, подальше, подальше. Тихонько, тихонько. Выпад, убиваем, убегаем. Во имя правосудия. Скорость до 625, все. Больше я не рекомендую качать, там особо такой
как это сказать, разницы нет уже. Тихо-тихо, ты давай-ка, панда, не лезь ко мне. Уровни особо набивать другим не даем, потому что от скиллов зависит все. Чпоньку забираем тролля, чтобы он не расслаблялся. Используем ТП, не забываем про него. Думаю, даже можно купить от этого ходячего медведя молнию, чтобы он слишком не выебывался. Слишком уж он. Гули оставляем на базе. Атаку максимум, ну, 525 до 15. Все. И там уже копим на маску. Ну или можете на другого героя, там, не знаю, панду. Потому что, ну, как панду. Может, кто-то ей не умеет играть. Но у меня хорошо ей получается играть. Убиваем нахуй медведя. Закон это я. Суд будет быстрым. Все ясно. Закон это я. Суд будет быстрым. Все ясно. Ваш вердикт. Суд будет быстрым. Во имя правосудия. Закон это я. Все ясно. Суд будет быстрым. Сферу молнии я советую покупать только тогда, когда есть приз, медведь. Ну и все остальные чуваки, не помню, кто там есть, которые любят бафаться, у которых все зависит от бафов. Есть ТП по-любому. И еще рекомендую купить амулет у ворота. Он тоже очень хорошо помогает. Забрали уже камы. Я видел, у него здесь стоят фри мани. Мани-мани стоят, пацаны. Все, думаю, надо жать их уже, добивать, игру заканчивать, потому что затянулось это видео. Так что да. Жезл продаем, берем ману. Манку, да. Закон это я. Суд будет быстрым. Асфалоном. Во имя правосудия. Жду указаний. Закон это я. Во имя правосудия.
Надеюсь, братан, ты не сможешь. Во имя правосудия. Суд будет быстрым. Все ясно. Закон — это я. На нас напали. Ваш вердикт. Во имя правосудия. Огласите приговор. Закон — это я. Суд будет быстрым. Медведь закон отправляется нахуй. Во имя правосудия. Сносим вышку. Ваш вердикт. Ваше решение. Можно здесь помочь вурдалаками. Огласите приговор. Атака у них хорошая, быстро они бьют. Они быстрее снесут, чем две моих тени. Закон — это я. Все ясно. Ваше решение. Суд будет быстрым. Во имя правосудия. Закон — это я. Во имя правосудия. Суд будет ушел быстрым. Не успел я его. Закон — это я. Во имя правосудия. Закон — это я. Жду указаний. Во имя правосудия. Суд будет быстрым. Во имя правосудия. Суд будет быстрым. Во имя правосудия. Сейчас уже у нас скоро накопится наша масочка. Тогда не даем нашему жуку раскачаться. Во имя правосудия. Закон — это я. Аспалано. Все ясно. Во имя правосудия. Исполняю приговор. Суд будет быстрым. Так, братан, ты чё колдуешь? Суд будет быстрым. Привет. Закон — это я. И просто начинаем сносить жука, потому что он самый опасный. Раскачается, его будет очень трудно убить. Ваше решение. Суд будет быстрым. Все ясно. Закон — это я. Огласите приговор. Во имя правосудия. Вот и масочка у нас уже накопилась. Сейчас мы ее возьмем. И будет все у нас что хорошо. Суд будет быстрым. Закон — это я. Суд будет быстрым. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, хорошо. ТП. Берем масочку. За 6500. Ну и отхиливаемся полностью, чтобы не ждать. Закон — это я. Суд будет быстрым. На нас напали. Ваш вердикт. Закон — это я. Огласите приговор. Все ясно. Во имя правосудия. Суд будет быстрым. Во имя правосудия. Асфалана. Ваш вердикт. Жду указаний. Суд будет быстрым. Сносим жука. Все ясно. Во имя правосудия. Все ясно. Закон — это я. Все ясно. Да свершится правосудие. Гулями быстрее его сносим. Ваше решение. Суд будет быстрым. Закон — это я. Суд будет быстрым. Все ясно. Во имя правосудия. Закон — это я. Все ясно. Суд будет быстрым. Все ясно. Во имя правосудия. Жду указаний. Суд будет быстрым. Если вы накопите еще 4000, можно их побыстрее снести, да и заканчивать эту гнилую игру. Суд будет быстрым. Давай ты недолго будешь отбиваться. Да, ты вторую строишь. Ну ладно. Суд будет быстрым. Все, отдыхай. Суд будет быстрым. Даже золото не дали. Во имя правосудия.
Приговор. Закон это я. Ну, во имя правосудия. Все ясно. Суд будет быстрым. Во имя правосудия. Суд будет быстрым. Ваше решение. Ваш вердикт. Закон это я. Все ясно. Да свершится правосудие. Жду указаний. Во имя правосудия. Суд будет быстрым. Исполняю приговор. Переходите на мой канал YouTube. Там я буду выкладывать новые гайды. Ну и в группу ВК буду кидать. Закон это я. Именем закона. Да. Буду и в группу кидать, и в YouTube. Всем пока.